Добрый вечер. В прямом эфире итоговый выпуск новостей. В студии работает Бакыт Гулькази. Сурдоперевод Жангуль Жунусовой. Коротко о сегодняшнем. Единый совокупный платеж. Кто и сколько должен платить? Расскажем. 60% лифтов в домах семей требуют замены. Большинство из них отработали срок эксплуатации. Проблемный вопрос активно поднимается и в правительстве. 5 ноября отмечается День военной разведки. На сегодняшний день данное спецподразделение является структурной боевой единицей, которой по силам самые сложные задачи. Открывает выпуск новостей республики. Туркестан вошел в новую эпоху развития. Сегодня первый президент Нурсултан Назарбаев посетил ряд объектов города, среди которых дворец бракосочетания, центр обслуживания населения, музыкальная школа, медиа-центр и новое здание акимата. В целом, на первом этапе развития в Туркестане должно быть построено 175 объектов. Из них 70% будут введены в эксплуатацию в этом году. Дворец бракосочетания Туркестана. До этого все торжества проходили в комнате управления юстиции. Теперь для молодоженов построили здание современной архитектурой. Это подарок Костанайской области. Акцент в городе сделан на создание благоприятных условий для местного населения. Поэтому все объекты, строительство которых завершено, рассчитаны на повышение социального положения. Так, центр обслуживания населения построен в кратчайшие сроки. Если раньше услуги оказывались в разных местах города, то теперь все услуги можно получить в одном месте. Здание оснащено передовой и современной техникой. Вклад в развитие Туркестана вносят все регионы нашей страны, а также национальные компании и бизнес. К примеру, Западно-Казахстанская область подарит городу здание музыкальной школы. Развитие города Туркестан долгое время не уделялось большого внимания. Теперь город обновляется, как наш международно признанный бренд. В городе идет грандиозная стройка, власти выделяют большие средства в развитии инфраструктуры. Я считаю, что жители этого города будут счастливы жить в одном из красивейших городов нашей страны. Второй в истории страны медиа-центр был построен в Туркестане. Создана эффективная медиа-инфраструктура для передачи информации. Фасад здания выполнен из энергоэффективного стекла, которое не пропускает до 70% солнечного тепла и позволяет сохранять комфортную температуру. В целом, на первом этапе развития Туркестана должно было быть построено 175 объектов. Из них 70% будут введены в эксплуатацию в этом году. Так, на территории административно-делового центра расположен и акимат Туркестанской области. В ходе визита завершенных зданий и сооружений Елбасы дал положительную оценку проделанной работы за год. Все проекты будут реализованы на 500 миллиардов тенге. В настоящее время идет грандиозное строительство. В Туркестане около 2 миллиона человек. Сейчас они не уезжают, а остаются. В скором времени мы обретем очередной прекрасный город на юге страны. Доволен проделанной работой. В следующем году планируем пригласить руководителей Кыргызстана и Узбекистана. Главная ценность города – это его история. Туркестан преобразуется в соответствии с этим принципом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Оли Мажилиса Республики Узбекистан Танзилу Нарбаеву. Президент отметил, что объем торговли между странами растет. Так, в прошлом году объем торговли достиг 2,5 миллиардов долларов. Кроме того, глава государства отметил развитие транспортного сообщения между двумя странами. Увеличилось количество авиарейсов, автобусного и транспортного сообщения по маршруту Нур-Султан-Ташкент. Казахстан и Узбекистан будут принимать самые активные действия для развития всестороннего сотрудничества. Очень интересные, многообещающие проекты в экономической области присутствуют в повестке дня наших стран. Полагаю, что они будут, естественно, реализовываться.
Речь идет, конечно же, о развитии инфраструктуры, коммуникации между нашими государствами. Так получилось, что Казахстан и Узбекистан в значительной степени не только заинтересованы в развитии сотрудничества друг с другом, но и взаимодополняемы по целому ряду вопросов. Поэтому конечный успех не за горами. Тем более мы с моим коллегом Шавкат Мирзиёевичем Мирзиёевым договорились предпринимать самые активные действия для развития всестороннего сотрудничества. Я хочу поблагодарить за теплый прием, который, гостеприимство, которое было оказано нам. Мы с первого часа пребывания в Казахстане себя чувствуем как дома, окружены заботой своих братьев и сестер, своих самых близких, надежных друзей. Перед отъездом я разговаривала с господином президентом Шавкатом Мирзиёевичем Мирзияевым. Он просил передать наилучшие пожелания вам на посту и поздравления еще раз, поздравления вас с избранием на пост президента Республики Казахстан. Также президент Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин. В ходе встречи подробно обсуждены актуальные вопросы здоровья и социальной защиты детей, а также противодействия насилию. Кроме того, Аружан Саин затронула проблему новорожденных детей, страдающих ретинопатией недоношенности, которая ведет к потере зрения у ребенка. В среднем по республике рождается около 20 тысяч недоношенных детей, из которых 4 тысячи с экстремально низкой массой тела. По ее словам, для решения этой проблемы нужно обеспечить родильные дома в регионах с соответствующим оборудованием. Председатель Сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева также встретилась с председателем Сената Олей Мажилиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Особое внимание уделяется расширению сотрудничества между двумя странами, так как Узбекистан является важным стратегическим и торговым партнером в Центральной Азии. В прошлом году товарооборот вырос на 25% и достиг 2,5 миллиардов долларов. Теперь этот показатель планируется увеличить на 5 миллиардов долларов. Также Дарига Назарбаева отметила, что у двух стран есть перспективы дальнейшего углубления взаимодействия в инвестициях, энергетике, туризме, региональном и пограничном сотрудничестве, транзитно-транспортной сфере. По завершению встречи состоялось подписание совместной дорожной карты по развитию сотрудничества между сенатами Казахстана и Узбекистана на 2019-2020 годы. Этот год для казахстанцев начался с изменений в ряде законов. Один из них – единый совокупный платеж, вступивший в силу с 1 января текущего года. Этот вид выплаты могут оплачивать граждане, официально не работающие, но имеющие доходы. На сегодняшний день по городу семей насчитывается около 900 таких людей. С гражданами, уклоняющимися от уплаты налогов и скрывающих свои доходы, ведутся всесторонние работы, говорят специалисты Центра занятости. Среди нас есть граждане, которые официально нигде не работают, но получают доход. Они не перечисляют деньги в фонд пенсионного и медицинского страхования. Правительство называет таких граждан самозанятыми. В частности, это таксисты, няни, люди, продающие собственный скот. С 1 января этого года они могут оплачивать единый совокупный платеж и получать помощь от государства. Для областей и крупных городов единый платеж утвержден суммой 2525 тенге в месяц. Для сельских жителей 1262 тенге. Данный перевод производится сразу по четырем направлениям, то есть самозанятые помимо индивидуального подоходного налога перечисляют на свой счет пенсионные взносы, отчисления в государственный фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования. Но много тех, кто не платит налоги и скрывает свои доходы, говорят специалисты. Но они должны же регистрироваться. Почему? Потому что они должны платить налоги, но они этого не делают, понимаете? Хотя завтра, например, случится что-нибудь с ними, да, что касается их ребенка в садик устроить, да, школу детей определить, там, книги дать, там, питание бесплатно дать и так далее. Лечебные учреждения, да, то есть они обращаются, они просят все гарантированную бесплатную помощь. Им же это оказать нужны же деньги же. По словам специалистов отдела, в следующем году в связи с внедрением системы обязательного медицинского страхования важно определить категории населения, ведь не имеющие статуса граждане не могут пользоваться этим видом. Пока в семье только 2000 человек оплатили единый совокупный платеж, из них более половины горожане, остальные жители села. Экономически активное население, да, из них где-то около 47 тысяч, мы не могли, кажется, их актуализировать, их статус определить. Ну, на сегодня определили 30 тысяч, более 30 тысяч. На сегодня вопрос по 16 тысячам, 16
500 где-то граждан, знаете, это различные категории. Там женщины, которые по уходу за ребенком, их понятно, студенты, понятно. Вот. Лица, которые отказались от формализации, то есть они не хотят свои вот эти выдавать. Стоит отметить, что если самозанятый гражданин официально работает, то единый совокупный платеж оплачивается работодателем, а неофициально работающий имеет право перечислять единый совокупный платеж самостоятельно. При этом платеж можно переводить раз в месяц, раз в 3 месяца или один раз в год. Бахытгуль Казес, Сауля Байгалиева, Ильжан Макзумов, телеканал «Семей». Состояние лифтов в жилых домах семей оставляет желать лучшего. На сегодняшний день 60% лифтов требуют замены, а порядка 117 из них и вовсе не работают. Чтобы решить данную проблему, специалисты считают, что необходимо передать их в общее имущество дома. Однако есть и другая причина поломки транспорта по перевозке людей. Это культура жителей. Подробности в следующем видеоматериале. В семье лифтовое хозяйство насчитывает более 600 лифтов. Среди них есть как новые, так и устаревшие подъемники. Несмотря на то, что большинство из них работают, около 500 лифтов уже отработали свой нормативный срок. Около 60% лифтов в нашем городе требуют замены. Большинство из них уже морально устарели. А основная причина поломки лифтов – это неправильная эксплуатация и обслуживание, что и сами жители не отрицают. У нас постоянно ломается, это и для мебели, и для нас. Для жителей. Говорят, предупреждают, КСК неоднократно об этом говорит, но не соблюдается все это. Дом высокий, сами понимаете, много, очень много квартирантов переезжают, приезжают, обратно заселяются. Конечно, аур. В этом подъезде 112 квартир, и только один лифт работает, поэтому и ломается быстро. Нужно не перезагружать лифт, ездить не более 4 человек, но мало кто соблюдает эти правила. Однако то, что лифты уже выходят из строя из-за того, что устарели, факт вполне объяснимый. Кроме того, в 90-х годах многие лифты были разграблены, говорит заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции Светлана Заурбекова. То, что можно было восстановить, сделали. Но все же есть дома, в которых лифты не работают до сих пор. Лифты в наших домах, которые построены уже более 30 лет, действительно нуждаются в модернизации. Потому что на сегодняшний день то оборудование лифтовое, которое у нас имеется, даже если необходим какой-то ремонт, то запчастей таких не выпускается. Они давно морально устарели, кроме того, что действительно требуют ремонта. Часть лифтов вообще не работает у нас в городе. Проблемные вопросы эксплуатации лифтов активно рассматриваются на уровне правительства. Сейчас идет процесс изменения закона о жилищных отношениях. Предлагается вывести лифты из собственности жильцов и ввести в общее имущество дома. Тогда можно будет ремонтировать его за счет государства. Однако сейчас жители многоэтажек должны на собственные средства восстанавливать лифты, которые вышли из строя. Без государственной поддержки по замене лифтов нельзя будет просто-напросто заменить. Потому что у нас в городе было, допустим, в 2011-2012 году термомодернизация. Заменили на тот момент 12 лифтов. Ну, на тот момент лифты стоили 6-7 миллионов на замену уходило. Сейчас 8-9 миллионов. То есть жильцы сами не потянут. К слову, уже несколько лет реализация этой программы приостановлена. В городе есть 3 организации, которые занимаются обслуживанием лифтов. Благодаря тому, что сейчас установили карточную, монетную и магнитную систему, техническое содержание лифта улучшилось. Однако все еще остаются недобросовестные жильцы, которые занимаются вандализмом в собственных домах. Бахытгуль Казес, Ернур Калелов, Илья Сабит, телеканал «Семей». 5 ноября в Вооруженных силах Республики Казахстан отмечается День военной разведки. Свой профессиональный праздник отметили и военнослужащие войсковой части 44-736 регионального командования «Восток». На сегодняшний день данное спецподразделение является структурной боевой единицей, которая по силам самые сложные задачи, вплоть до выполнения антитеррористических операций. В течение года мы отмечаем различные профессиональные праздники, но есть такие, которые проходят без лишнего внимания и ажиотажа. 5 ноября свой день отмечают военные разведчики. Представители этой скрытной профессии всегда находятся в боевой готовности и постоянно повышают свое мастерство. В этом году казахстанские разведчики с военнослужащими Пакистана и России на совместных учениях отрабатывали действия при выполнении специальных и общевойсковых операций. Самые известные в этом году международные учения, в котором принимали наши военнослужащие, это учение «Досторон-2019» с военнослужащими Исламской Республики Пакистан.
и учения ШХС-2019 с военнослужащими Российской Федерации. Благодаря совместным действиям задачи данного учения были благополучно достигнуты. Сегодня в деятельность военной разведки входит комплекс мероприятий по получению и обработке данных о действующем или вероятном противнике, его военных ресурсах, возможностях и уязвимости. За годы развития Институт разведки выработал эффективные методы проведения спецопераций в условиях, максимально приближенных к боевым. Надо сказать, что в разведке случайных людей не бывает. Здесь каждый солдат является профессионалом своего дела и готов к выполнению поставленных задач. В этом воинском братстве главными ценностями являются верность солдатскому долгу, честь и отвага. В разведчики отбираются самые отважные, подготовленные люди, имеющие особенные таланты. Я поздравляю военных разведчиков, которые являются примером для подрастающего поколения, стоят на страже Родины и с честью переносят все трудности и тяготы воинской службы. Пусть в нашей стране будет мир и согласие, пусть наша армия будет сильной. Отметим, что разведчик – это одна из самых таинственных профессий, и с годами она не теряет своей загадочности. С каждым разом методы и способы разведки совершенствуются, а добытая разведчиками информация по-прежнему имеет огромное значение. Во время торжественного построения в честь Дня военной разведки командование войсковой части 44-736 поздравило военнослужащих с профессиональным праздником и пожелало дальнейших успехов и высоких достижений в боевой подготовке. Самат Секенов, Илья Скиндикпаев, телеканал «Семей». Двадцатый международный турнир по боксу среди юношей, посвященный памяти Малдыбая Кажы, прошел в Тарбагатайском районе. В спортивной школе районного центра собрались молодые мастера кожаной перчатки в возрасте 12-15 лет. Помимо хозяев ринга на соревнования прибыли молодые боксеры со всех регионов страны, а также профессиональные спортсмены из России. Подробности в материале наших коллег с телеканала «Алтай». Традиционный турнир по боксу проходит 20-й юбилейный раз. За эти годы соревнования получили статус международных и по сей день продолжают собирать множество талантливых спортсменов. В прошлом году здесь выступали молодые боксеры из Южной Кореи и Узбекистана. В этом году их ряды пополнили участники из Новосибирска. В Казахстане очень сильно развивают бокс и школа бокса. Она, я бы сказал, из сильнейших в мире, очень хорошие перспективные боксеры, которые занимают и на Олимпийских играх первые места, на чемпионатах мира, Европы, я уже говорю о мужском боксе, и о детском также. Опытные спортсмены называют этот турнир престижным, ведь победитель получает звание кандидата в мастера спорта. Я хочу стать олимпийским чемпионом, как и мои братья, участвующие на этих соревнованиях. Это и есть главная причина, по которой я сегодня здесь. Выступаю в весовой категории 30 килограммов от имени Бородулихинского района. Я хочу пожелать красивых боев. Пусть покажут все, чему научились в спортивном зале. Международный турнир среди юниоров продлился 4 дня. Боксеры на протяжении всех соревнований показывали бои высокого уровня. За 20 лет мы воспитали целую плеяду спортсменов. Среди них один олимпийский чемпион и два чемпиона мира. Дети видят, как проходят эти соревнования и начинают к чему-то стремиться. По итогам традиционного турнира победители были награждены медалями, грамотами и ценными призами. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, признаны кандидатами в мастера спорта Республики Казахстан. Также были вручены такие номинации, как «За стремление к победе», «Лучшая техника» и «Лучшая». Боксер. Напомним, наши новости вы также можете посмотреть на сайте семейтв.кз. На сегодняшний день это вся информация. Встретимся в следующем выпуске новостей. До свидания.